Если вы не любите меня на 100% таким, какой я есть, то вы меня не любите совсем. Вы влюблены в идею меня, сфальсифицированную вами в голове. И я не виноват, если не соответствую вашим ожиданиям. Любите хорошее в придачу с дерьмом. Все потому, что я дерьмо на 90%. Нужно любить 100% меня, ведь это меня и делает собой. Не любишь на 100%? Найди из 7,5 миллиардов того, кого полюбишь. Посмотрим, стерпит ли он твою ебану мать.